Всем привет, ребят, это обзор на вейп Yego.io. Такой вейп довольно-таки красивый, давайте согласимся, блять. Это глупо отрицать, он охуенно выглядит. Как, блять, Феррари нахуй. Так, ну что ж, давайте, блять, продемонстрирую вам подсветочки, нахуй. Ну, ёпта. Зеленая, бирюзовая или хуй знает какая. Красная. Блять, это что-то вроде фиолетовое, хуй знает. Какая-то, блять, светло-зеленая какая-то, блять. Что-то желтое, хуй знает. Эй, коху. Так, это, блять, тоже, блять, какая-то бирюзовая опять. Нахуй мне такая вторая, я не знаю. Либо я по второму кругу уже пошел, блядь. А там вот, блядь, просто никакой нет. Это вообще самая тупая хуйня. Потом синяя, потом опять зеленая. А, блядь, я по второму кругу пошел. Ну вот такие подсветочки, короче, ребята. Очень прикольно, все забавно. Так, потом, как он парится, блядь, я не знаю. Меня нахуй это заебало. С завтрашнего дня нахуй запускаю проект. Бросаем вейпить, блядь, с прокопом нахуй. Или бросайте курить. Вот, поэтому... Не знаю, может это вас как-то замотивирует, меня просто это заебало уже, какая-то залупа. Так, парится он так. Вот, блядь, не знаю, видно там было пар, нет нахуй. Ну, короче, залупа полная нахуй. Никому не советую. Смотрите, какое очко, блядь, у нее нахуй. Немытое. Хотя, блядь, я мою постоянно, как-то жижа что-то течет, блядь. Не знаю, короче, залупа реально говно ебаное. Так, ну, на этом обзор мой кончается. Давайте, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.